Всем привет, с вами Саня 69 Full, это прохождение игры Tomb Raider Underworld. Так, блин, хрен ли ты залезаешь и прыгаешь? Прыгай хотя бы, вот. Лучки откуда-то взялись. Я тут, по сути, понял, куда нам надо бежать. Идти. Так, прыгаем на эту, потом на ту. Там дальше все будет очень просто. Блин, тут как назло, всегда прыгать не туда, куда надо. И пока я лезу, хотел сказать одну новость. Новость такая, как бы плохая даже. Новость того, что Егор Малини не сможет записывать пока что видео с комментами. У него с микрофоном что-то там беда. Он покупал 3 микрофона, и каждый из них у него не работал. Пробовали настроить через RTEC, не получалось. Так что продолжу прохождение Принцесс без комментариев. И продолжу прохождение Матрицы. Тоже без комментариев. Ну, я все равно буду смотреть его прохождение. Все равно можно будет когда-нибудь настроить, я думаю. Так. Все, сказал. Теперь тут залезаем, каждый раз она запинается за эту. Теперь нам надо вылезти вот с этой, с помощью вот этой вот штуки. Наемники. Ла-ла-ла-ла-ла. У меня попадите, попробуйте вообще. Так, наемники, вы где? О, привет, мужик. Лол. Мужики, вы еще где-нибудь живые есть? Нет, кажись. Главное, они так соспавнились, типа пришли. Тут бежим. До своего мотока. И вот он наш, родимый. Вот. От нечего делать. Так. Садимся и продолжаем гонки по джунгли. Так, что-то не хочет вперед. О, нормально, сейчас присвоит. Жаль, мотка нет турбо. Было бы прикольно, по крайней мере, мне такая. Теперь опять же едем туда. Тут маленький такой прыжок. Так, этот поворот нелюбимый мной. Как камеру носит ему. Странное что-то произошло. В реальности она под этой кочкой, наверное, уже улетела нахер за километр отсюда. Топ. Моток надо поставить в другое место. Ставим, уходим, дальше просто так бежим. Потом поймете зачем. Так, бежим, 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 бежим. Как вы думаете, зачем мы сюда бежим? А вот. Одной фигней. Опять запрыгиваю на эту хуйню. Че это за хрень? Че ты перепрыгиваешь? Дурочка, что ли, с ума сошла? Вот, блин. Думаю, мозги потекли у тебя. Залезай на нее. Так. Перейдем и вставляем штучку сюда. Тут я попытаюсь не тупить, как там. Так. Поворачиваем, поворачиваем, поворачиваем штуку. Теперь расслабляем и еще раз поворачиваем. Потом... Блин, опять за эту путь стал идти.
типа я почти ничего не сделал. Ларка стой клад крутила. Хотя. Блин, ё-моё. Хрен на самокруть, стой! Да. Не понимаю вообще, зачем она так крутится сама. Теперь просто эту штуку поворачиваем. Блин, ну ё-моё, хватит пиндалюки давать. Так. Там его вот сюда, к этой стороне даже. Так, теперь сжимаем. Сжимаем, я сказал. Перекручим эту хуйню. Пускаем. Хотя... Зачем отпускаем-то? Да. Опять туплю. Так, вот. Теперь ослабляем и крутим просто, и все. Ну, уберись ты, блин, хватит палки сбивать. Охренеть. Ну, а теперь вообще легко просто. Просто. Суть в том, что я ставил мотоцикл, сейчас поймете. Короче, суть такова. Нам надо будет сейчас... за время доехать до туда. Мне очень быстро тикает. Пускай, дурочка. Пока играет музыка, надо доехать до туда. И на этом я с вами прощаюсь. С вами был Санчес. До встречи.